Сегодня определятся и чемпионы. Сразу 5 комплектов наград разыграют во Дворце единоборств. Впервые в истории студенческих игр проходят соревнования по борьбе на поясах. Сборная команда России на универсиаде выступит основным составом. Честь страны будут отстаивать 12 спортсменов, в том числе из Татарстана. На ковре выявят сильнейших в дисциплинах вольный стиль и женская борьба. Волнительные старты предстоят и в академической гребле. Сегодня разыграют наибольшее количество медалей. На 8 июля запланировано 8 церемоний награждения. Ближе к полудню станет известно, гимны каких стран прозвучат в центре гребных видов спорта. Прямая трансляция пройдет на канале «Россия-2», начало в 12:00.